Очень Ежову выбрасывал среднюю зону. Далеко выкатывается Илья Ежов. Пряев. Прострел. Гол. 1-0. Владимир Тарасенко открывает счет. Ну, наверное, не стоит говорить о том, что СКА подловили своих соперников на смене, но еще не полностью. Минчане точно смену произвели. Очень быстро шайба была достана Ивану Непряеву. Тот по правому флангу катился, сделал передачу, а тут один Тарасенко. Никто не успел ему помешать, накрыть его. И Владимир Тарасенко открывает счет в сегодняшнем матче, забрасывая свой 11-й гол в нынешнем сезоне, 24-е набранное очко.